Книга «Открытым оком». Тема «Священство», том 2, вопрос 740. Почему священники складывают пальцы руки не как прихожане для крестного знамения, а как старообрядцы? В таком случае, правомерна ли была реформа Никона и прав ли он был, проводя реформу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Священники складывают пальцы не как старообрядцы, а так называемым именнословным сложением, чтобы получались буквы И и Х, Иисус Христос. Это все греческая эквилибристика, заумничание. На всех обретенных старинных иконах персты архиереев, священников и мирян сложены двуперстно, как говорите по-старообрядчески. Никон был не просто неправ, а преступно, разбойнически неправ, потому что за двуперстием стоял авторитет Стоглавого собора. Об этом пишет в богословских трудах Московской патриархии профессор Покровский. Реформа Никона была ненужной и крайне вредной, принесшей неисчислимые страдания самым стойким, верным и мужественным сынам России. Это прекрасно отображено в покаянном послании архиерейского собора РПЦЗ. Смотри нашу книгу «К истинному православию». Самое страшное то, что пытаются сегодня подвести Никона к канонизации. И это уже не просто рядовое безумие, но запрограммирование кем-то, чтобы никогда не примириться с ревнителями старинного благочестия во веки веком.